Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его, завершить начатое. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение Metro Redux Last Light. Усаживайтесь по удобству, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Кстати, я что-то тут провалился. Пошел сюда, я сейчас тоже так могу провалиться. Раньше все это было обычным делом, а сейчас мы на риск, кажется, фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки так прикольно. Вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли! Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и жидей. И вы тут не за этим. Фига себе. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока так, пользуйтесь у... фонарями. Фонарик на что? На букву Т или что? Так, а, на готов? Вперед. Готов. И все, осмотрим. Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята. Пожелаем мне удачи. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник в черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Они свет включают или выключают? Напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Молодец, справился. Кошмар, прикиньте, закрыли, а тут люди с детьми. Тут все чисто. Выдвигаемся. Смотрите, бедолаги такие. Так, по плану впереди вход в коллектор. Иди вперед, я за тобой. Я понял тебя, мать. Давай направо, слева тупик. Уйти мышки такие мои. Сейчас, мать, подожди, тут сразу хранили кого-то. Можем дальше пройти? Нет. Жутковато так, да? Так, а тут по цифрам, да? Первый калаш, второй и снайпах. Господи, ты мой. Зараза, вот это скорость. Испугался, блин. Думаю, тут ничего серьезного не будет. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. Поджигай, поджигай. Или кто? Подожди, ты мать. Ну посмотрим, интересно же. Господи. О, кстати, это и карма плюс. Так, ну давайте. Заметка номер один. Может, дело не в черных. Время сейчас тревожное. Орден похож на растревоженный улей. Созданный когда-то, чтобы уберегать метро от любых опасностей, он сам навлек жителей подземки страшную угрозу. Когда мы проникли в D6 и нашли огромное запечатанное хранилище, казалось, что мы спасли человечество. Запасами лекарств и продовольствия, которые тут должны храниться, с действующим ядерным реактором к метро, можно будет оставаться сколько угодно и дожить до того дня, когда радиация на поверхности угаснет, когда мы сможем вернуться туда снова. Следующая страница F. Сделать землю своим домом. Ага. Вот так. Больше ничего нет. Поверхность. Надевай противогаз.
Джейда. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. А для кого ж ты, что ж, мать? Я для чего на стримах проходил? Редукс. Все мы знаем. Но до этого, само собой, дойдем еще. Помоги-ка. Тут он, кстати, детская такая, да, вот. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? Пси-атака. А я простая, да? Девчонка. Мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почует и сам вылезет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Так, Г просто один раз нажимать, да, нужно? Я забыл просто. Как это из первой части? Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Угу. И тут, кстати, тоже за что-то дали, интересно. Ля ты, мать, Барку, ты же это, ты за Сасина. Ты же Миджайка. Жена Миджая. Смотрите, какая красота. Так, а нам куда? А нам куда? Нам сюда. Так, а если здесь посмотреть, что тут у нас находится? Тихо, тихо, мать. А, сюда нельзя, тут радиация. Радиация 9 на 12. С наивную подпись на... Что-то в сталкере, да, было похожее. Я на месте. Вижу тебя. Так. Ауч. Слушай, и правда до сих пор что-то чадит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Офигеть, Сарич. Есть какое-то движение. Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не черный. Мать, ну ты еще плохо работаешь так. Успел забыть. Держись, сейчас еще набегу. Еще тройка работает. Где, где? Тихо, тихо. Готов. Еще. Смотри за камышами. Какими камышами? Птичка, да, но я не хочу птичку. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Я посмотрю. Сюда мы скинули, да? А что за пласты? Это что, такое земля, что это непонятно? Давайте пойдем посмотрим. Так, давай влево. Там есть обход. Что это за звуки? Страшно, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое, кажется, если бы мы знали. Метров 30 от тебя, на 2 часа. 2 часа, где? 2 часа. Где? Но с виду черный. Черт, ну, что осуждаю. Ты? Давай. Черт, давай, я его не вижу. Маленький. Дьявол, вот это скорость. Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на ушку. Говорю, мне просто так интересно, что это, я так до сих пор не пойму. Что это за грибок, что ли, какой-то? Уйти, уйти, маленький, иди сюда, уйти, маленький. Ты убежал от меня.
Постой. Он должен быть тут. Следи за тобой. Вижу. Сейчас я его гаду. Да что, мать, убивай. Сейчас так. Артём, там не обойти. Налево. Спусь. А я иду, он иду, мать. Он слева над тобой, осторожней. Готов. Мать, ну ты чё? Ну чё ты, кадр? Малыш, не бойся меня. Гад. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Так, что, ребят, на этом пока что все. В принципе, будем проходить по одной главе в день. Ритуальчик узнаете, лайк, подписка и коммент. С меня видосик, не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующих сериях на канале Like of Game. Ну, а точнее уже завтра. Всем пока, ребята.